Во время общения с журналистами президент российской авиастроительной компании «Гражданские самолеты Сухого» Александр Рубцов заявил, что в рамках авиасалона Eurasia Air Show были подписаны меморандумы с двумя иранскими авиакомпаниями. В подписанных меморандумах говорится о намерении заключить сделку на поставку в Иран 40 пассажирских самолетов Сухой Суперджет 100, которому не нужно разрешение управления по контролю за иностранными активами Минфина США. Напомним, что возможности поставок в Иран российских пассажирских самолетов рассматривалось и ранее, однако тогда речь шла о версии SSJ-100. В которой использовались американские комплектующие, для продажи требовалось разрешение ФАЧ. В частности, Александр Рубцов сказал, что меморандумы подписаны с иранскими авиакомпаниями Iran Air Tours и Asiman Air Lines, каждая из которых готова взять по 20 самолетов Сухого. Контракт, который в отличие от меморандума подразумевает твердые обязательства, планируется подписать до конца текущего года с началом поставки самолетов в 2020 году. Стоимость одного SSJ-100R составляет $52 миллиона. Спасибо, что смотрели. Подпишитесь на канал, оставляйте комментарии, друзья.